хочу понять, что это значит прилепиться к Творцу и в то же время быть его партнером? Прилепиться к нему, это значит прилепиться к нему в полном слиянии, в полном подобии, в полном осознании, в полном, понимании. Я самостоятелен, и в то же время я именно благодаря самостоятельности, благодаря тому, что я такой же точно, как он, представляя собой женскую часть, кстати говоря, а Творец мужскую часть, прилепляюсь к нему. А вот это вот женское... Все мы вместе. Мужчины, женщины, неважно кто. Все мы творения, представляем собой женскую часть относительно Творца. Вот, то есть женщины могут погордиться? Нет, никакой разницы, нет, совершенно нет. В нашем мире это все только отражение. Нет, я хотел бы сделать комплимент женщинам, что вот они, в принципе, являются сутью... Женщина является сутью творения больше, чем мужчина, да. В мужчине есть... больше от Творца, чем женщине. Так что комплимент, я не знаю, в какую сторону. Большая самостоятельность в действии, чем у женщины. А у женщины есть большая возможность выявления природы относительно Творца, чем у мужчины. И поэтому мы в нашем мире и находимся в таком состоянии, когда в дополнении друг к другу мы можем достичь такого выявления нашей природы, когда мы вместе образуем именно ту единицу, которая подобна Творцу. Поэтому в итоге все мужские и женские души соединяются вместе, и все представляют собой одну единую душу, которая относительно Творца все равно как женская душа.